самый главный день в жизни мужчины – это день, когда он делает предложение своей любимой девушке. С этим всегда связана какая-нибудь невероятная история. Итак, представьте, Москва, ресторан. Так, деньги здесь, кольцо здесь, осталось выбрать столик. Какой-нибудь... Да вы с ума сошли! Что вы делаете? Мне сегодня делают предложение. Извините, пожалуйста. Подождите, она придет с минуты на минуту. Мы все исправим, химчистка за наш счет. Какая химчистка? Миша. Миша, Галустян. А можно мне ваш пиджак? Мне буквально на пару минут. Я предложение сделаю и отдам, если вам не сложно. Ничего страшного, зато мне в нем точно не откажут. Спасибо. Спасибо. Дорогой, какое прекрасное место. Да. Я даже не знала, что мы встречаемся в таком шикарном заведении. Заведение шикарное, потому что сегодня 3 года, как мы познакомились. Ты помнишь? Конечно. Очень мило. Я приготовила тебе подарок. О, спасибо, часы, такие, как я хотел. Угу. А что ты мне приготовил? Я? Другой пиджак. Ты хочешь подарить мне пиджак? Нет, что ты. Я хочу подарить тебе... Чек. Бритва, бритвенный станок, пена для бритья, триммер, электрическая бритва. Лосьон, гель, пена для бритья. Красные мокасины. Сереж, все в порядке? Что? Все в порядке. Ты что, не придумал мне подарок? Я как это не придумал? Конечно же придумал. Вот. Ключи от машины? Ты правда даришь мне машину? Да, я дарю тебе машину. Я так тебя люблю. Я тоже так тебя люблю, оказывается. Сережа, ну ты же занимаешься только КВНом. Откуда у тебя деньги на такие подарки? Вот такая игра. Кому-то дает машину, у кого-то забирает. Я хочу за нас выпить. Конечно, давай выпьем. Раз у меня такие подарки, значит, я наверняка многое могу себе позволить. Давай. Хочешь кофе? Я бы хотела поесть. Поешь кофе, сейчас это лучший вариант, потому что, знаешь, бывают такие дни, когда вроде такая армянская диета есть, а особо и не есть. Ты что, шутишь? Я шучу, а вот моя кредитная карта не шутит. Официант. Да-да. Первую страницу вашего меню. И вина. Разумеется. Мне не терпится увидеть твой подарок. А, да. Где она стоит? Ну, по логике, между Эрнстом и Якубовичем. Что-что? Я говорю, между Мерседесом и автомобилем. Я сама найду. Фу, слава богу, ушла. Михаил, заберите, мне очень страшно. Что? Ты издеваешься? А что-то не так, да? Ты думаешь пальцем, написал на пыльной двери «это Бэха», и я подумаю, что вишневая девятка иномарка? То есть машина тебе не понравилась? Машина еще ничего, меня смутило другое. Женщина на заднем сиденье, которая курит и что-то ждет. Дорогая, ты все не так поняла. Дело в том, что... Кто это звонит? Она? Да конечно, она. Хватит врать. Ваше вино. Сколько оно стоит? 25 тысяч. Теперь 50. Я ухожу от тебя. Хорошего вечера. Нет, подождите, так не может закончиться. Мне нужно срочно ее вернуть. Телефон. Кто-нибудь, дайте телефон. Андрей Вадимович, если не сложно, один звонок. Если я сильно вас не потревожу. Спасибо. Алло, Ира, я люблю тебя. Вернись. Мы должны начать все сначала. Андрюша.
правда думаешь, нам стоит начать все сначала? Ира, вообще-то это я звонил, и я хотел сказать, выходи за меня. Я согласна.